За столом представители коммунальных служб, сотрудники управляющих компаний и администрации Щелковского района, члены общественной палаты обсуждают нестандартную ситуацию. Недопонимание с жителями дома номер 19 в микрорайоне Богородский возникло 1 ноября. Собственники квартир забили тревогу, решив, что в их доме происходит рейдерский захват. Неизвестная управляющая компания меняет замки на входе в технические помещения. Неприятная ситуация с жителями дома 19 в микрорайоне Богородский. Вышел сюжет, согласно которому были обвинены все, в том числе компания «Верест», как оказалось, она никакого отношения к этому дому не имеет. Мы хотели бы сегодня это все обсудить и разобраться в сложившейся ситуации. Стали разбираться. Оказалось, смена замков произошла по поручению управляющей компании ДСЖКХ, которая обслуживает дом, начиная с 1 мая этого года, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям. Тут все просто. Предыдущая компания не прошла процедуры государственного лицензирования и пришлось предпринять срочные меры. Однако сам процесс обслуживания дома муниципальное предприятие осуществляло при помощи подрядчика, который как раз 1 ноября был изменен. Управляющая компания в этом доме одна, это МПДС ЖКХ. Соответственно, у нее был подрядчик, который накануне расторг договор неожиданно, и поэтому ДС ЖКХ заключил договор с новым подрядчиком на обслуживание этого дома. В связи с тем, что мы не можем прекратить обслуживание домов, жители должны получать услуги. У нас был заключен договор с подрядной организацией, сервис «Град» на эксплуатацию данного дома. Вот. Поставили на 1 ноября, мы с ними договор расторгли и заключили договор с подрядом, взяли на подряд дом жилсервис. На данном доме управляющая компания ДСЖКХ, и они заключили с нами договор на эксплуатацию. То есть они занимаются управлением, а мы занимаемся эксплуатацией с 1 ноября. Проблемы начались непосредственно в день вступления в должность новой подрядной организации. Ключей от технического помещения у предыдущего подрядчика не оказалось. Компания сослалась на третье лицо – организацию «Эверест», которая арендует офис в цокольном этаже здания. Получается, что подрядчик, который прекратил свои работы, вышел из обслуживания, да, но ключи не передал. Не передал. Поясним, что у них работают сотрудники «Эвереста» и ключи. А сотрудники «Эвереста», как оказалось, никакого отношения к компании. К обслуживанию дома на тот момент никакого отношения не имеет. Как утверждает сам исполнительный директор компании, сотрудники «Эвереста» были командированы в организацию предыдущего подрядчика «Сервис Град», чтобы избежать сокращения. Однако, по мнению некоторых жителей, именно «Эверест» на тот момент осуществлял управление домом. Причиной тому стали проведенные собрания жильцов, на котором, по словам представителей организации, большинство собственников квартир одобрили кандидатуру «Эвереста» в качестве управляющей компании. Однако, пока протоколы не пройдут проверку госжилинспекции, ни о какой легитимности не может быть и речи. До проверки ГЖИ в любом случае, да, то есть как бы никаких действий мы не имеем права проводить. Мы не имеем права этого делать, да, то есть как бы и препятствовать мы тоже не имеем права. Дело в том, что произошла ситуация следующего характера. Заказчик сменил подрядчика. Все. То есть здесь идет простое недопонимание, наверное, этих вещей, которые должны быть. Просто забыли предупредить жителей. Для представителей администрации Щелковского района сами выборы другой управляющей компании стали новостью. Вы даже нас не уведомили, что вы участвовали в собрании жителей, что вы занимаетесь сейчас проверкой, что у вас идет проверка ГЖИ, что вы заключаете договора. В любом случае, чтобы таких недопониманий с жителями больше не возникало, на совещании было принято решение, предложенное общественной палатой Щелковского района, провести масштабный круглый стол с участием всех управляющих компаний и, конечно, самих жителей, особенно председателей советов многоквартирных домов. Позиция палаты, будем так говорить, что, по сути дела, нам все равно, какая компания обслуживает, лишь бы они добросовестно выполняли свои обязанности, были открыты, самое главное, и, в общем, прозрачны. Проблема управляющей компании очень большая проблема. Многие управляющие компании не получили лицензии, не прошли лицензирование и теперь какими-то другими способами пытаются вернуть свои позиции. В связи с этим вот администрация приняла это решение провести большой круглый стол. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».